Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну, сейчас классный комментарий ко мне поступил. Смотрите, девушка пишет, рискнула зарядиться на сайте. Ну, в смысле знакомств, да? Меня хватило на час. Стыдно, как будто голая, стою посреди улицы, а все смотрят. Вот, ну, я написал, сейчас будет ролик. Ребят, я вас понимаю, да. Серьезно понимаю, это тяжело, конечно, но с другой стороны, смотрите. Вот я когда учился в институте еще, да, какой год, я в 73-м начал учиться. Ну, военная кафедра у нас была. Вот, и на военной кафедре еще тогда нам говорили, что сейчас вот со спутников элементарно можно снять номер машины, да, сфотографировать. И даже там сколько-то сантиметров, сейчас не помню, под землей. Ну, прикиньте, ну, пускай 75-76 год, да. Вот сейчас что? Сейчас что? Вот сейчас в Америке очень часто прям по телевизору показывают все вот эти ограбления, да, там все это снимается на камеру. Вообще каждый сантиметр простреливается, ребята. Вы и так голые стоите. Каждый сантиметр. А, еще вспомнилось, японцы выпустили камеру где-то в 90-х годах, наверное, да, и вот там она, значит, тоже ночью снимала, типа. Вот они выпустили большую партию, а потом пришлось всю партию срочно отзывать, потому что люди начали снимать и выяснили, что они просто людей снимают голышом, вот и все. Тепловое излучение. Вот, инфракрасное. И вот то, что у вас в аэропортах проверяют, да, это тоже все инфракрасное, это тоже вы там голышом стоите, без одежды. Ну, только если пистолет торчит там где-нибудь сзади, из попы, вот этот пистолет будет. Вот, имейте это в виду на всякий случай. И потом, если вы... Ну, я говорю, я вас понимаю, но дело в том, что через это надо перескочить, понимаете? Как в языке, нужно перескочить, нужно начинать говорить хоть как. И вот здесь тоже, ребята, вам нужно просто начинать думать иначе, потому что Америка – это страна современная очень, да, это страна, в которой в 21 веке. И здесь я вот долго тоже не мог привыкнуть, все на кнопках. Вот, гаражная дверь, там кнопка открывается, еще что-то где-то как-то там все на кнопках, на кнопках. Вон у меня вентилятор тоже на кнопке. Я сейчас пульт возьму с руки. Я могу вентилятор вот это выключить или... Вот наверху там вот, где? Вот этот вот. Вот я его могу назад пустить там или быстрее, помедленнее. Свет могу включить, могу все выключить. Все вот с кнопки у меня вот валяется пульт. Вот. Ну, это просто попутно. Я не хвастаюсь. Я просто говорю, что нужно себя переубеждать. А мне даже мне вот самому, ну я радиолюбитель там в каком поколении, да, вот и то какие-то вещи мне до такой степени вот были не по себе, да, вот даже интернет для меня это, ну ничего особенного, я и раньше связывался с иностранцами, сидя в Саратове, вот, ну а вот какие-то вещи, да, и вот насчет того, что голые, вы сейчас голые, вот, ну не буду называть какое имя, да, вот, и в общем-то я, ну что можно предпринять? Ну, например, вот многие заклеивают на этих самых, на компьютерах, вот на маленьких, на лаптапах там, заклеивают просто изолентой вот эту камеру, потому что действительно в любой момент может кто-то вскрыть. Вот, и даже если вы не включили эту камеру, она включается сама и вас снимает. Это нормально, это естественно. Ну, не то, что это естественно, но это в порядке вещей, вот скажем так, да, запросто. Взломать ваш компьютер, залезть, посмотреть, что вы там делаете. Это нечего делать, как говорится, да? Вот у меня тоже, я вот сейчас снимаю, вот, а когда у меня съемки нет, я выдергиваю эту камеру. Ну зачем мне это надо? Мало ли какой дурак залезет. И мне просто тоже неприятно. И вот в чем дело. Так что, ребята, если вы хотите, не обязательно Америка. Ну, Америка впереди планеты всей, конечно. Ну, вообще-то еще Япония есть, да? Или вы в Германию соберетесь, и там, я уверен, тоже каждый сантиметр простреливается. Ну, простреливается, в смысле, камеры, это образное такое, в кавычках выражение, да. И вот вы сейчас стоите голые, и поэтому, если вы хотите что-то сделать, нужно через себя переступить и открыть портал в новый мир, да, и, как говорится, закрыв глаза, туда прыгнуть. Вот все, что я хотел сказать, вот по одному такому коротенькому комментарию. Всего хорошего и счастья вам, успехов. До свидания.